Всем привет, с вами я, Парадокс, и я слегка приболел, поэтому у меня голос как у потонувшего моржа. Я не буду орать, поэтому меня может быть слышно плохо. Сегодня у нас Алибаба рубрика, и мы будем смотреть всякие товары по Алиэкспрессу. Первая рубрика у нас будет про то, что я, допустим, буду смотреть товары по какой-нибудь... FNAF. И нажимаем TTM. Мне даже пришлось подрубить VPN, потому что AliExpress.ru. Ну что ж, начнем нашу рубрику. Кстати, вы можете писать в комментариях, про что мне снять следующую рубрику Alibaba. Так, мы сразу замечаем потрясающего мишку Федерико, но это, думаю, не настолько кринге. Так. Что же у нас? Жесть. Слили нового аниматрона. Что? Что за бред? А, они подумали, что я робот. Ну вот, новый аниматроник. Pet Simulator X. Вы серьезно? Pet Simulator X. Да, ребята, слили нового аниматроников. Капец, тут... Тыц-пердыц. Вы серьезно? Это же... Вы что, не узнали? Это Бонни, а это Чика. Бог ты мой. Хай бог мой, что это? Дорс Бат Дурастика. Оригинал. Давай. Плюшевые игрушки для детей. Милая, мягкая, мультяшная 3D кукла. Большой квадратный кот. Подарок на день рождения 19 сантиметров. Вот шлёпзень вот этот. Он. Ладно. Ну, возможно, я просто погорячился. Вдруг нормальные товары продают. Это мне просто тупо. Rainbow Friends, Rainbow Friends. Ля пердоля какая-то. Показать еще, естественно. Что-то маловато. Всего. Плюс. Серебряные глаза соли. Осуждаю. Почему мне это? Осуждаю, Алиэкспресс. Почему мне это рекомендуют? Алиэкспресс, то что... Что может быть лучше, чем шлёпзень? Латексный костюм. Козак. Костюм для косплея на Хэллоуин. Для детей. Комбинезоны для косплея. Пять ночей с Фредди. Комбинезон для косплея. Кошмар. Бонни ФНАФ. Так, у нас тут есть Фантайм Фредди. Этот. Ну, из шестой. Из Аара. А, боже, это не Фантайм Фредди, этот. Глэмрок Фредди. Глэмрок Чика? Да я не хочу на этих уродцев смотреть, как мне это... Помоги его. Так, следующий у нас... Да, я понял. Как бы кошмарный Фокси. О, вот они. Слева направо. BTS-овцы. Чангук, Памбук, Бамбук. Боже мой. Боже. Ладно. Стоп, тут... А, нет. Бонни, той Бонни, или какой-то Бонни, я не вижу. Какой-то кошмарный. Вот это именно кошмарный Бонни. Мои поющие монстры, плюшевая игрушка. Ну это же вылитый 5 ночей с Фредди, вот идет он. Блин, это как будто анимация из Бира, вот он. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Дик-дик-дик-дик-дик, вот так идет. Next-bot чисто. Коковато, Мезамеда. Солнце из игры в кальмара. Ой, вообще красота. Если вы вступите в мою группу, я себе куплю вот этого с колпаком. Так.
Так. Что-то мы давно не смеялись с этих потрясающих фигурок, потому что... Понимаю. Понимаете? Стоп, что? Я, конечно, ни на что не намекаю, но мне кажется, это просто прифотошопленная картинка в пустой футболке. И там нету персонажей из FNAF World. А, я подумал, это тетка беременная идет. Ладно. Вот это FNAF, конечно. На FNAF не FNAF. Что? Цена, конечно, божеская. Есть бесплатная доставка. Спасибо на этом. Спасибо. Еще бы у вас было платно. Это... А ведь кто-то это купит. И на вид оно, наверное, будет выглядеть не вот так вот, а выглядеть оно будет как-то, наверное, вот так вот. Вот ты его купишь такой, за сколько он там стоит? 30-150 рублей. Вот купишь ты это за 350 рублей, и вот тебе будет красоваться на полочке вот такой телох. Чтоб знал. Классика, это знать надо. Ух ты! Ух ты, вот это мой папа богач-ильпач. Пойми на этот раз, Бонни, начнем сейчас. Прощение, доставка из чайна. Стой честно. Знаете что? Если мне на день рождения не подарят вот такую футболочку Фредди, то я буду плакать. Ну или вот такую вот. Мне вообще лучше вот такую. Ну или можно вообще такую. Сейчас. Ладно, я пошутила. Вот такую. Но нет, все-таки Фредик лучше. Ладно. Сейчас я, короче, хочу поставить на паузу запись и отыскать лучшее, что я найду. А потом продолжать смотреть так, в хронологическом порядке. Так, ну что ж, я подобрал топ-5 шедевров. Поэтому давайте начнем. Так. Первый шедевр это... Комплект постельного белья Сандро FNAF. Комплект постельного белья одинарный, двойной, полноразмерный, королевский, большого размера. Королева. Виски-кола, королева танцпола. Вот такое вот. Ну что ж, следующее не хуже, потому что это... Это... Вот негры. Ой, извиняюсь, сникерсы. Ютуб не бань, сникерсы. Сникерсы, ютуб. Ютуб, сникерс. Вот сникерс Глэмрок Чика, сникерс Монти. Еще один сникерс Монти, сникерс Рокси, сникерс Фрей. Ютуб, не надо, не надо, дядя. Так, ну что ж, переходим к следующему. Это... Найс как. Толстовки на забив с пацанами. Кошмарный Бонни, кошмарный Фокси, кошмарные, кошмар, кошмар, ужас. Кстати, тут есть аутизм. Вот это похоже, но это не аутизм. Нету тут аутизма. Так, переходим к следующему кошмару ужасу. Это... Mm-hmm.
Кимакура, 5 ночей Фредди, Five Nights at Freddy's, номер 8, наволочка. Во-первых, тебе идет только наволочка. Во-вторых, это наволочка за 1783 рубля. Во-первых, внешний вид этой наволочки. Еще и плюс. И доставка 21 ноября будет и 200 рубасов. Поэтому почтой заказываем. Пожалуй, можно я промолчу? Оригинальная виниловая экшн-фигурка Фанка. А, оригинальная винильная экшн-фигурка Фанка. Во-первых, это от Фанка. Ну, не разум... А! Ой, я подумал, это он типа на картонах сидит. Это у него типа руки сзади, он это плюшевая игрушка, типа он. А, я думал, он на корточках сидит. Пять ночей с Фредди. У Фредди коллекционная модель свободной игрушки. Я думаю, типа... Вот это. Это типа сама нога. Вот это две ноги. А вот это его корточки. У него... Это его корточки. И у него нет рук. Вот я думаю, вот так. Так, переходим к следующему подопытному. Это у нас... Футболка детская с 3D-принтом 5 ночей у Фредди. Повседневная свободная рубашка с круглым вырезом и короткими рукавами в стиле аниматроника. Вот такой вот Спринг Бонни. FNAF 9 вышел на Android. Еще FNAF 2 вышел на Android. FNAF 2 Marketplace. Markiplier. Five Nights at Freddy's. Luda Location. Я себе представил, какого-нибудь замерка такого идет со школы. У него вот такая футболочка, сейчас я его нарисую. Вот как-то так он будет выглядеть, этот. Вот, то есть он будет такой идти, идет такой. Сейчас. Будет ходить такой радостный, идет, и упал. Вот вам, это видео вообще гениальное. Тут и анимации, и вообще все на свете. Ну что ж, следующая футболка. FNAF 9 вышел на Android. Так, переходим к последнему, что я отобрал. Новый стиль конфеты кадет FNAF, плюшевые игрушки, прекрасная история. Пять ночей с Фредди, милая в безопасности Фредди, набивная кукла. Я думаю, в комментариях не нуждается за такую цену. Со скидочкой еще вообще по-божески. Еще с платной доставкой. Ну ладно, давайте вот еще парочку посмотрим и будем уже подводить итоги Алиэкспресса. Стоп, что? Тури, ип, тури, ип. Так, давайте осмотрим каждого из этих анимированных троников. У меня в детстве такие были. Еще и клавиатура, ух ты. Для геймеров настоящих. Не то, что у меня. То, что у меня с этой с Рей. Так. Грузись давай. Так. Мягкая игрушка 5 ночей с Фредди Бонни за 2 рублей. Что за игрушечка? По-божески, если честно, божеская вообще цена.
Давай, я хочу что-то ультра-мега-дупер-кринге. Почему тут нету прям такого? Ну тут есть в целом кринги, ну... А, я знаю, что надо забить. Так, такое вообще существует? Хэппи Фро. DIY your custom made your picture here. Всем пока, с вами был Парадокс. Всем удачи, подписывайтесь на канал, заходите в мою группу в Roblox и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем удачи!